от Снегурочки Наташи, а вот аккуратненький, маленький, это от Снегурочки Даши и Деда Мороза Максима. А это Тоня подарила вам. Вот это? Да. О, что-то хитрое такое. Тебе тяжело выбирать подарки, поэтому я спросила мама, она говорит, у папы духи заканчиваются. То есть мама решила, какой подарок, да? Ну, я не знала уже, что тебе купить. Поэтому решили, что можно обновить твои ароматы. Ну, с ароматом тоже с мамой советовались. Она говорит, вроде такой тебе нравится. Она у Максима попробовала и тоже понравились. Ну как? Надо, чтобы они чуть-чуть выветрились. Под тело подстроились. Вкусно. Хорошо. Спасибо. С Максимом теперь одинаковые ходить. А Максим тоже такие? Ну да, мама у него попробовала. Он говорит, блин, вкусный, папе тоже можно попробовать такие для разнообразия. Ну вот, теперь зато будете знать, что эти еще вкусные. Да. А у нас все спят пока. Ну, точнее, кто все? Наташа и Максим, которые пили, спят. А мы не спим. Всем привет! Продолжаются праздники, продолжаются застолья, продолжается подготовка к застолью, поэтому я сейчас начала готовить. Особо снимать, наверное, мне будет некогда, потому что я позволила себе поваляться, поспать. Вчера, как вы видели, мы погуляли с роднёй, потусили, классно посидели, не потусили, классно посидели, пообщались, погадали. Ну, здорово, приехали уже ночью, соответственно, я не выспалась, мне хочется спать. Ну, а надо сегодня встречать гостей. Хочу стол такой без заморочек, все, конечно, уже вроде как наелись, но мы вчера, как вы видели, стол такой тоже сделали не замороченный, но съели все. Закуска эта с ананасами ушла сразу вся, понравилась. Ну, конечно, на любителя, как бы, ну, большинству понравилось, оценили, съели все. Салат тоже понравился всем. Ничего такого особенного, но тоже съели вкусно. Поэтому сегодня я также хочу сделать два новых незамороченных салата. Экспериментирую, продолжаю экспериментировать. Это обычная свекла с черносливом, с орешками, с яблоком. И салат хочу сделать легкий с красной рыбой, авокадо. Никак не могли найти микс салата сейчас в празднике, но сейчас Олег поехал, вроде бы айсберг найдет, нашел, купит айсберг, решила все-таки сделать с айсбергом, хотела уже не делать, говорю, ладно, хватит этих. А, и еще с ананасом, простенький с ананасом нашла, тоже по новому рецепту, потому что мы делаем с курицей обычно, а это яйцо, сыр, ананас, и все. То есть, все такое быстрого вроде приготовления, а все равно на это время надо. У меня осталось в запасе, вроде как гости должны приехать к 3 часам, время 12:30, я еще хочу сделать новое блюдо. Видите, поставила здесь свеклу, варится на салат со свеклой, поставила креветки, салат с ананасом, который сыр, яйцо, ананас и креветки сверху. И хочу сделать, сразу предупреждаю, что это а-ля бешбармак, не бешбармак, потому что я делаю его, взяла определенные, как сказать, ингредиенты, да, идеи для себя, для своего вкуса. Знаю, что бешбармак не делается со свининой. Мы не едим говядину, баранину, мы не едим конину. Поэтому я сделала мясо ассорти. У меня здесь свинина, курица и говядина. Я хочу именно ассорти. Поэтому сейчас бульон закипел, будет часа 2 вариться. Начистила картошки. Также типа бешбармак делается без картошки, но нашла рецепт, что некоторые делают с картошкой. Так как мы любители картошки, я, соответственно, отварю в этом бульоне потом картофель. Лук, ну, кто делал, да, я это делаю первый раз, но мне очень-очень хочется попробовать его приготовить. Я никогда с таким тестом, с такими тоненькими лепешечками, я что манты, что, ну, пельмени мы делали с Олегом, лепили. А манты-вареники я не лепила. Поэтому
хочется попробовать мне. Ну, а пока компания, потому что на двоих делать не будешь. Пока компания решила поэкспериментировать. И лук там тоже по рецепту, в большинстве рецептов он заливается вот этим бульоном. А мне вчера Света сестра подсказала, что она его делает как морковь по-корейски. Мне тоже эта идея понравилась, он будет намного вкусней. То есть я его замариную со специями, также залью кипящим маслом, как делаю свою корейскую морковь, и немного уксуса, и он у меня помаринуется. Мне кажется, что так будет намного вкуснее, потому что вареный лук, он специфичный такой, специфический такой вкус, и я думаю, тоже будет на любителя. А такой лучок, мне кажется, зайдет зачетно, поэтому не знаю, что получится, как обычно переживаю, но мне кажется, должно получиться вкусно. Единственное, у меня ограничено время. Ну, гости все свои, приедут Олегова сестра, тараторю, быстро хочу вам все рассказать и продолжать готовить. Приедет Олега сестра, потому что у меня сейчас вот так вот все пойдет, с мужчиной. Друзья должны приехать, наши кумовья втроем, с крестником, с моим средним. И, может быть, Дина с Олегом придут, вроде как обещали, вроде как они дома. Поэтому, в принципе, все свои. Олег говорит, да что ты заморачиваешься? Я говорю, я так хочу поспать. Он, спи, не переживай. Приедут, посидим, в процессе доготовим. То есть, как бы, поэтому я как-то расслабилась. Но я люблю делать все это без гостей. То есть, я люблю, чтобы, когда гости пришли, у меня уже вся сервировка была. Но сомневаюсь, что в этот раз у меня так получится. Но ничего страшного. Как получится? Все. Сейчас у меня свекла отварится, я ее стужу, сделаю тот салат. То есть, ну, у меня сейчас такая подготовка. Поэтому я выключаюсь и в процессе немного буду что-то, возможно, вам показывать. Нету, значит, покажу вам готовый результат уже. Все, мне успеть все приготовить. И главное, чтобы было вкусно, чтобы гостям понравилось. Приехал мой хозяин. Говорю, давай занимайся сервировкой стола. Ого, какой он у нас крутой, большой. Так, пойду тогда... А, сейчас вот такие салфеточки. А салфеточек тоже у меня не 11. У нас 11 получается. Ну ладно, насколько хватит, ничего страшного. Стул с беседки тогда принесу. Я тут, видите, еще чаек попиваю. Займусь тестом сейчас, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёшкин кот. Ядрит Мадрид. Ладно, ничего страшного, все равно что-нибудь доубежит сейчас. Здесь у меня, видите, прям ароматный бульончик такой уже получается. Все, пускай варится. Олег на меня тоже уже опять ругается. Говорит, успокойся, что это день рождения, что ли. Почистил лук, но, наверное, сейчас еще головку, мне кажется, маринованный вкусный будет, должен уйти. Да, у меня не все. 8 штук у меня. Эх, еще надо было наборчик. Ну ладно, ничего страшного. Снимала. У нас новый блогер. Подарок. Дед Мороз приходил. Да. Пока меня не увидел. И Олега нашел Дед Мороз. Да. Чтоб ты не возил туда-сюда. Но мне кажется, что это новая какая-то серия. Вроде такая же, я сравнила, хотя я не знала, что у тебя такая же. 740, но как-то вот буковки другие. Она, наверное, поновее. Олег читает постоянно электронные книжки. Нет, у меня дома есть старая, но она без подсветки. Да. А я и куда-то, не вижу. Куда-то ехать он постоянно из дома забирает. А мы с Дашей последний раз покупали, не помню, на годовщину, по-моему, да, на что-то дарили. Да, она с подсветкой. И вот он как на отдых, сейчас даже в Беларусь ездили. Это, мне кажется, чуть-чуть другая. Он брал с собой. Ну что, теперь нужно это, карту памяти сюда. И это, где там что-то и Wi-Fi, что-то там такая. Ну, да, нет, так, делаю тесто. Килограмм муки, 2 яйца, чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла и 400 грамм воды. Комнатной температуры, но у меня кипяченая остыла. Все, замешиваю. И сейчас размешаю. Замешаю, оставлю его на полчаса и буду, наверное, салатами пока заниматься. А то народ звонит, в гости уже собирается. А тут у Натуси и конь не валялся. Делаю салат с ананасом. Порезала мелко ананас консервированный. 3 яйца порезала. Каждый слой с сеточкой майонеза делаю. И сверху сыр. Сейчас тоже смазываю майонезом.
и выкладываю креветки. Олег мне тут помогает уже. Так, делаю креветку, сам вырастил креветки, сейчас вот сварил. Выкормил, вырастил. Да, вот, все, все свое, натуральное. Осталось час, у меня вообще ничего не готово. Это вот первый салат только, у меня тесто тут лежит. Как-то, мне кажется, не очень удачно получилось. Ну ладно, для первого раза нормально. Короче, не знаю, что гости будут есть. У меня тут еще караул какой-то. Один салат готов, сбрызгиваю лимоном и отправляю в холодильник. Пускай постоит немножко, пропитается. Так, все. Наташа у нас вся нервничает, ничего не успевает. Время 2:30 у нас. Вообще. И все. Мне вообще ничего не готов. Решили с Дашей чаю ей налить, вот, успокаивающего. Давай, давай, выпей чайку, и все будет нормально. Надо еще лук на салат замариновать. Сюда я еще не замариновала. Лук замаринуем, все нарежем. Мам, я реально с тобой нервничать начинаю. Как так можно? Все. А это чай надо закусывать мандаринкой еще. Мам, а сколько огурцов ты делаешь? Давай все на глаз делать, Даша. Ну, посмотри своим глазом. Сейчас. Еще налить, что ли? Другим глазом посмотри уже. Давай. Чечение будет 4, Даша. А, сладкое иди возьми сверху. Короче, все, не до тонкого мне теста. Там на сладкое. У меня нет уже времени. Как получится, так и получится. Хватит оправдываться. Извините, я забыла, что первый раз вообще я это все делаю. И тесто первый раз, да? Поэтому уже, ну, такое, да, первый раз. И оно мне что-то прям... Ну, его надо долго-долго-долго раскатывать. Ладно, у меня уже нету. А я говорил, надо было картошки просто бы. Вон уже соседи идут. Да ладно, правда. Офигеть. Любимую соседку пошла встречать. Сейчас хоть она еще подключится. Ну ладно, сейчас Дашуля подключилась. Ну, заходи, Шуля. Так... Привет. Учитесь. С Новым годом. Можно поснимать-то, можно вас? Нас? Не, мы стесняемся. А то после хрюшек, может, не захотите? Мы стесняемся. В этот раз это был один. Похудела? Похудела вас на 3 килограмма. Че, давай, раздеваться-то. На, держи. Держи. Че, я нервничаю, говорю. Все, выключай, закрывай дверь, я ничего не сплю, мне вообще ничего не готово. Мы все принесли. Я говорю, что уже руки трясутся, Олег мне уже коньячку налил, я говорю, все. У меня руки трясутся. Да, Олег, вообще ничего не готово. Позволила себе поспать сегодня. Ну и правильно. Проходите. Сиди, сплю. Как что, у нас в кавардак. Нифига себе у вас там эти батареи. Здрасте. Я что, сюда встаю? Да. А, вы не знакомы? Привет. А, Даша, Максим, вы виделись, да? Я вижу. Да, я тебе говорю, не ты, не надо порезать, да. Давай, сейчас, Дин. Сейчас. Я видел, что замутила хрень. Бешбармак, и не успеваю. Это салатик, да, дед? Трубов-то какие. Да, грибной, наверное, какой это день. Вот так. А это грибной, да. Так, вот так поставь. Садись сюда. Так. Да, ну вот, один салат готов. Холодец есть. Бутерброды готовы, рулет готов. Если бы я знала, что вы принесете, я бы, конечно... А, нашла уксус яблочный. Ой, все. Ладно, давайте. За встречу, да? Да. За встречу с Новым годом, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий. Да. Ой, Дашуля, какой салатик. Красивый. Красивый. Так, Дашуля, вот тут вот ложечка. Тогда положишь, да? Нужно вот это сейчас. Я его на кухню, он пока здесь не нужно. Не, разворачивай. Так, дела двигаются. Ой, гости-то опаздывают, 3:45. Отлично. Так, Дашуль, ты закончила, да? Сейчас папа нам посуду тут помоет. А я сейчас, наверное... Блин, лук. Положи так. Разъедини его так вот. Он все равно перемешается, Дашуль. Ничего страшного. Красный лук, да? Ага. Все, да? На соль попробовала? Да, нормально? Вкусный? Все, отлично. Так. Что у нас еще? Тогда не забыть нам холодец достать. Хотела бутерброды со шпротами, не будем заморачиваться, да?
Да не надо потом, если... Хватит. Все, я занимаюсь бешбармаком. Все, да, больше ничего не надо. Все, да, Дин, отдыхай. Не забудешь про бешбармак. Бешбармак. Ну, хоть посмотрим, что это. Я сама не знаю, Олег. Я первый раз, мне всегда хотелось его попробовать сделать. А для двоих как-то, геморройно. И Олег говорю, давай замутим, он вроде легко делается. Я говорю, попробуем. Поэтому будем вместе пробу снимать. Мы хотели в мангале что-нибудь приготовить, уже как бы выжали. Не, Дина замучила, давай плов сделаем, Там, где в мангале, в кафе попробовала плов. Какой вкусный. Знаешь, она хочет сладкий плов сделать, а я не хочу. Свекровь у нас любит с чернослива, но я вот как-то тоже не люблю. Морковка сладкая, что-то как-то они его сделали, он такой вкусный, не знаю. Я тоже не очень люблю. Долго мы вас ждем, мы думали, что вы раньше всех приедете. Мы тоже думали. О, какая красота. Это уже с днем рождения. Спасибо. Нравится? Очень. Это дальше. Еще с днем рождения. Да? Очень красиво. Очень круто. Прям под елку нам сейчас. Ой, я на нее смотрю. Нет, его на стол надо ставить. Да? Он под елку. Под цвет елки. Ой, еще и светильник. Он надо включать, это как будто красиво. На стол, да. Крутой, очень. Класс. Я знала, что тебе понравится. Обалденно. И накрашу вообще. Что вы думаете? Полтора килограмма водки выпили, наверное. Нет. Мы тут переживаем. Чуть-чуть Бешар, но только подъехали. Еще. Может, помочь? Да, давайте. Все, вот такое получилось, не знаю. Так, я думаю, что уже готово? Полить, ладно, там вроде бульончик есть. Так что давай. Там тесто и картошка, кто что. Бешбармак? Да. Самодельный бешбармак. Надеюсь, что тесто проварилось. А как его брать-то? Не судите строго. Ложку сейчас я дам, наверное, может быть. Может, ты сама разложишь тогда? Нет? Вообще кушается тесто. Руками все ест. Кушать, да, есть с руками. Тесто, мясо, лук. Картошка в избранных рецептах. Ну, допустим, взять у меня не ест тесто. Он может быть картошку с мясом. А мясо какое? Поэтому накладывайте, не стесняйтесь, мясо как получится. Какое? Мясо сделала ассорти. Курица, говядина и свинина. Делайте по правильному баранину и конина. Ну да. У нас бешбармак от Макуси. Ясно. Вкусно, Жень, давай еще добавочку. Ну. Да я шучу, я сейчас на тарелку чистую. Хорошо, от Даши хоть корочка хлеба перепала. И благодари. Картошку тебе не кладу. Прими как должное. Все на мне. Крестный красавец. Тоже понравилось? Я не знаю, кто сказал, что тесто не тесто. Я сказала, возможно, это ты решила, что... Хозяин, это вот прекрасного, великолепного дома. И не пьют, и не... Замечательно обустроили. Видишь, Наташка, как все приготовилось вкусно, быстро. Что они даже пить не хотят. Да? Только да. Едят. Так они наелись. О. Сдружились, да, с соседями, да, год Володя назад. Володя был, Лена была, да. Даша был. Была. Дина, да, меня не было. Как ты еще за мной не приехал. Да? Ты приехал первым вечером. Нет. Так, давай, Максим, ты тогда у меня будешь, Лена, последний, здорово, холостой. Я что-то ездил, делал, и потом... Я бегом. Эй, ты не торопись. Не суетись. Не успеем, обновляемся. Поспеши медленно. Все пробежал. Какой Олег проигрывает, какой... Догадалась. Ну... Догадалась. А, вот Олег с Максимом, вот это. Так кто выигрывает, кто проигрывает? А, других. Да, червь. Кто? Кто? 6-4.
Они у нас выиграли. Я с зятем проиграл одну. У вас чуть-чуть, я так понимаю, осталось. Опа, Олежа, зайка, попался. Че, дамой? Да. Только не говори, что я тебя отвлекла. Нет. У тебя что, дети маленькие? Ну, а что это? Или муж на лодочку? Кофе делаем, Гастон. Сахар насыпал. Максим сам себе насыпал. Даже аппарат не хочет работать для них. Так как они собрались уезжать. Все, забил. Вов, все подружек наши. Свободные уши. Рожек, кто вы? И рос. Дина, у меня рожек вырос. Дина, у Олега рожек один вырос. Я заметила его. После корпоратива, наверное, да? А, после корпоратива. Внизу кислое молоко. Я еще могу. О, правда, гуляет, смотри как. Так что завидуйте мне, я сейчас буду его пить. Кислое молоко? Максим, ты с чем? С конфеткой? Нет, я конфетка. С Белоруссии. Арахис в шоколаде. А что тебе? Я с удовольствием буду. С удовольствием. Ну, у нас тортиков нет. Не, просто чтобы тебе сейчас не надо будет заварить. Нет, не либо вот сюда я могу залить. Как он какой-нибудь насыщенный. Ну, у нас дома. Олег уже готов. Так, провожаем уже гостей. А, часть уже сдулась. Ну, пойдем, подышим. Нам... Пойдем, пошли. Пошли, подышим. Чего? Ну, проводим Вову с Леной. Какая у соседей красивая гирлянда. Красота. А ты не видела? Ты чё вообще? Я вот обожаю такие гирлянды. А, ух ты, какая-то. Да? Какие у меня соседи, да? Дин, поняла, какие соседи-то? Да, крутые, да. Соседи-то у меня. Горится, да? Красота парит вообще. Да? Он парится через сколько, да, встретимся. Вон, он в той. Красота какой. Какая? Там внутри тоже хорошо. Я все проблюдила, что все хорошо сделали. Да? Приглашает. Ну как, не стрёмно там хорошо. А когда? Ну когда, да, пришел. С полян накрою. Да без проблем. Шашлыки, мушлыки. Пойдемте. Не, не шашлыки, плов. Осторожно, смотрите, скользко. Девочки, я вас немножко подержу. Давайте. Вот так. Вова, сам главное, чтобы не упал. Ладно, я еще вас на себе отнесу, господи. Все, давай, Володя. Давай, давайте. Давайте сфоткаемся. Давайте, идите к нам. Быстрее, 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 сама. Давай. А Максим, собери тряпки. Громко, а в стороне. А боимся, говорит. Подождите, подождите. Сыр! Сыр! Ветчина! Мам, мне тяжело на корточках сидеть. Я называю ее чист, я всегда фотографируюсь. Громко! В стороне сидит девчонка. Вова, ты видишь, как мы тебя провожаем? Да, смотри, какие фанфары у меня. А когда мы так уехали? Без музыки. Молча и без всего. Лучше уехать отсюда. Я уже не уеду. Я уже не уеду, я здесь. Девчонка. Ребенка! Я хочу ребенка! Я хочу ребенка! Это когда, молодец! Друзья, это шок-контент. Шок-контент. А что вам сказать? Вот, кстати, мы без них лучше танцевали. Да, вдвоем, да, 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 нас никто не видел. Мы прям вот так. Мы вам мешаем. Идите в цоколь, идите в цоколь, пожалуйста. И танцуйте. Лизгинку я за тебя колым отдам.
Ну ты что, лезгинка какой-то на новогоднюю было включить какой-нибудь. Ты что, это сейчас атаман, это сейчас современно. Современно, ты что, Василий? Сейчас у него еще есть песни классные. Не, давай новогоднюю. Ваш комментарий. Комментарий наш. Комментарий. На женщин этих. А, на этих двух девушек. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирала и виноград. И глаза молодые солдат с фотографией прячем нельзя. Акурская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие брат дела. Девчонки, далее!